Колонии и исправительного центра на месте дислокации Бердской бригады спецназа не будет. Горожане начали собирать подписи против размещения на базе ГРУ объектов Федеральной службы исполнения наказаний и даже собирались выйти на митинг. Однако ведомство сегодня опровергло информацию, растиражированную некоторыми СМИ. На сегодняшний день в ГУФСИН России по Новосибирской области нет зданий, переданных в собственность от Министерства обороны Российской Федерации. Вопрос о передаче каких-либо зданий и сооружений от этого ведомства на территории города Бердска не рассматривается.